Сама природа хочет, чтобы вы прошли это. Спасите планету! Советы на каждый день. Все на защиту. Ты кто вообще такой? Данных у меня нет. Дэмиан поймет это сразу же. Но может, это и к лучшему. Он обещал отдать Блюм все, что мы нашли, включая компромат Ирака. Да, он сам загнал себя в угол. Ты не принес файл, и я не привел сестру. Как предсказуемо. Ты спелся с Блюм. Кто тебе сказал? Попал ты. Пойми, сделка без Харда — ничто. Что ты им скажешь, а? Ничего не забыл? Один звонок, и твоя сестричка умрет. Ну, звони. Я почти купился. Подумай сам, Дэмиан. Выбора у тебя нет. Убьешь Ники, и конец. Думаешь, Блюм, от тебя отстанут? Нет, тебя убьют, поверь мне. Так что сейчас я решаю твою судьбу. Дай поговорить с Ники. И снова мы партнеры, Эйден. Как ни крути, мы нужны друг другу. Эйден? Ники, как ты? Мне страшно. Скажи, что Джексон цел. Жив-здоров. Ники, мне так... Знаю. Прошу, не дай им... Знаешь что, Эйден, хватит держать меня за лоха. В следующий раз придешь без моих файлов, она умрет. Черт, пора мне сваливать. Замечен в дымовом центре Чикаго. Власти просят соблюдать спокойствие. Не приближайтесь к пирсу. Он вооружен и опасен. Зрители, вот черт. Дэмиан взламывает билборды. Попробуем подключиться к камерам. Вот, фургон WKZ. Нужно его отрубить. Там замечен мститель. Воздержитесь от поездок в центр. По данным следствия, он действует несколько месяцев. Он агрессивен, Боже, это он, и уравновешен. Ты все усложняешь, Эйден. Лучше не зли меня. Да что ты можешь мне сделать? Много чего. Помнишь свои фокусы с CTOS? Я наблюдал за тобой и кое-что усвоил. Показать, что я могу. Да, блин. Лучшего подарка не пожелаешь. Не расстраивай сестренку. Всем-всем. Подозреваемый обнаружен и помечен. Остановись! Сейчас я его в бок долбану! Боже, Броун, что это?
Черт, ранен! Он сам не остановится, тарань его! Останови машину! К обочине! Дай-ка я его размажу! Я прижму его! Адам 8-21. Возвращаемся. Прием.